На центральной набережной работа по благоустройству идет уже вторую неделю. Начинают специалисты ремстроя с самого утра и заканчивают лишь к заходу солнца. Объемы большие. Попутно с ремонтом обновляют и инфраструктуру. Для инвалидов-колясочников здесь оборудуют новый спуск с нижней набережной на центральный пляж. Уже забетонировано основание, ведется монтаж металлоконструкций. В рамках подготовки к курортному сезону по поручению главы города было принято решение провести работы по реконструкции старых ступеней на новый пандус, который будет в том числе предусмотрен для маломобильных граждан. Работы на данный момент проводятся полным ходом, будут завершены к следующей неделе. Целых 3 бригады работают по выравниванию тротуарной плитки на верхней набережной. Ее уложили 6 лет назад. Со временем трава проросла сквозь швы, и в некоторых местах покрытие начало проваливаться. За 2 недели было переложено уже более 900 квадратов плитки, и по предварительным подсчетам еще порядка 600 нуждаются в ремонте. Впрочем, гости Анапы успели оценить масштабы благоустройства и уже видимый результат работы. Вся набережная, все участки, по которым гуляют отдыхающие, они готовятся, прям изменяются на глазах. Я вторую неделю здесь и вижу изменения, которые происходят. Меняются дороги, меняется тротуарная плитка, на набережной какие-то работы происходят, возле городского пляжа. Поэтому я думаю, что да, основные работы будут произведены. Так за неделю, очень сильно изменилось. Там работают, тут работают, газоны в порядок приводят, достраивают что-то. Я хочу сказать, я очень рада за Анапу. Я впервые в жизни сюда приехала. Я чувствую, что ваши чиновники, на самом деле люди, болеющие за свой город, они делают все возможное, и даже, по-моему, сверхвозможного. И я очень рада за вас, за город и за то, что я здесь оказалась. По набережной хожу каждый день, утром на палочках. Замечаю, значит, здесь плиточку подравнивают, наверное, какие-то коммуникации там или еще что-то. Что там, планы, дома какие-то подбеливают, подкрашивают. Новые площадки возводят, это я заметила, да. Везде пахнет сваркой, краской, все, как бы, особенно на центральной набережной. Высокий сезон в этом году стартует уже в мае. Коммунальщики увеличивают темпы работ. Следующим этапом будет покраска и ремонт мест для отдыха и занятий спортом. Предстоит окраска бетонных парапетов, что приведет набережную в более красивый, привлекательный вид для прогулки наших гостей города и также местных жителей. Какие-то тренажеры придется поменять, что-то покрасить, починить. В общем, в целом объем достаточно большой и есть чем позаниматься ремстрою в ближайшее время до наступления курортного сезона. Кроме этого, будет заменено более полукилометра забора старого кладбища. Покрасят ограждения на набережной, а ржавые конструкции заменят. Приведут в порядок все скамейки и урны. Руслан Душевский, Анапа, регион.